О чем на завтра? Загадайте своими вопросы Селены. Какие вопросы беспокоят? О чем на завтра? На завтра какие-то зависимости от чего-то зависит от каких-то обстоятельств, от каких-то людей. И эти зависимости завтра будут проявляться с более такой интенсивной силой, с какой-то страстью будете решать какие-то вопросы. Что-то вас очень сильно беспокоит. Какие-то люди, возможно, да, возможно, какие-то обстоятельства мешают двигаться вам вперед. Вы находитесь какой-то вот такой вот мужчина, вы зависите от какого-то мужчины, может быть, начальник на работе, может быть, мужчина в личной жизни, да, мужчина из прошлого. Мужчина очень такой в холодных энергиях, возможно, вы поссорились, и это вас беспокоит. Это вы зависите от этой ситуации, вы зависите от этого эмоционально как-то. И даже есть какие-то новые предложения, но вы даже на них не смотрите. Вы не решаетесь на что-то новое, потому что-то вы оглядываетесь назад или за. Да, ну и вы тоже в конце концов, наверное, примите все-таки другое предложение, примите решение уйти от этих зависимостей. Тоже уходите в холодные мечевые энергии и решаете вопрос кардинально. Если это связано с новым предложением по работе, то вы посмотрите, понаблюдайте, сразу не рубите с плеча, понаблюдайте. Ну, скорее всего, придется. Да, у кого-то, кстати, это связано еще с кровным родством, какие-то тоже зависите, может быть, какое-то зависимое положение, что-то у вас в семье происходит, и вы вынуждены решать какие-то эти вопросы, потому что это связано с семьей, да, и вы уже наблюдаете, вы уже хотите прям как-то уйти от всего этого, уже эта зависимость вам сильно надоела, уже истощила вас энергетически. Ну, завтра как-то будете решать вопрос. Возможно, что-то в семье вы уже устали. Устали, хотите что-то новое, выйти из этих вот ситуаций, какую-то дорогу себе уже хотите завершить это все. Завершить поскорее эти вопросы. И у вас получится завершить эти вопросы. Завтра дорога судьбоносная как-то вот выведет, возможно, у кого-то на чистую воду, кстати, кто-то что-то против вас задумал. Может быть, это связано по работе, а может быть, в семье задумали так. Привыкли, что вы все решаете эти вопросы и на вас все повесили. Ну вот вы выходите благополучно из этой ситуации, решаете вопрос кардинально, и это приводит вас в гармонию, как исцеление вашей души, выход из этого какого-то положения. Возможно, завтра найдете какое-то решение. Придут идеи такие. Да, и быстренько все решить это. Прям как-то молниеносно. Высшие силы вам помогают в этом. Возможно, какой-то человек вам даст мудрый совет, при помощи которого вы выйдете из этой ситуации. Да, особенно если у кого-то по работе, то, скорее всего, будет какая-то удача такая, которая с молниеносным, такими молниеносные события приведут к резкой смене обстоятельств, дадут вам свет, просвет в этой жизни, вы увидите верные решения и активно будете действовать. Пока для вас это скрыто, от вас это скрыто, но это быстро все проявится, победа на вашей стороне. Это приведет вас в баланс, выйти из этого затруднительного состояния, из этого подвешенного состояния, все, что мешало двигаться вперед. Ну, не торопитесь, не торопитесь, торопитесь помедленней. В любом случае, в семье мир гармонии, в деньгах тоже благополучие, вы достигнете успеха, очень быстро достигнете. Да, какая-то встреча вообще все перевернет. Скорее всего, мужчина что-то вот тоже там. И вы прямо императрица, решите все молниеносно какие-то проблемы и в социуме, и в личной жизни. И выход из одиночества сделает вас значимой женщиной. Возможно, какие-то решите вопросы с денежного характера, тоже приведет вас ресурсность, даст вам энергии, очень много энергии, колоссальный приток энергии, удача, свадьба, благополучие.
благополучно в вашей стороне, мужчина, пара, кто-то, если захотите выйти в новое, все-таки решитесь, отрежете все старое, и это новое приведет вас к успеху, к благополучию его пары, к процветанию. Либо это человек, который даст вам эту ресурсность, и потом, возможно, вы станете парой, судьбоносной парой. Это выход из вашего одиночества, это выход из стагнации, выход из зависимого положения, выход из какой-то безресурсности, из безденежья. Колесо фортуны все переворачивает и на вашу сторону, на белую полосу жизни. И завтра будут такие решения уже приходить в вашу голову. Завтра жизнь будет меняться, желания исполняться со скоростью звука. Вы выходите из этого трудного положения очень как-то резко. Открываются дороги, возможности открываются. Да. В общем, пока вы не понимаете, о чем речь. И вот энергии новолуния, они вот все меняют в вашей жизни. Все меняют, все будет по-другому, все резко будет происходить. И удача, будет удачный выбор. Вы сделаете удачный выбор. То, что выберете, сделает вас ресурсной, значимой женщиной, богатой, значимой, ресурсной. И все ваши мечты будут сбываться с молниеносной скоростью звука. Вы в своей силе, вы в своей энергии, вы в полной своей ресурсности. И это все выведет вас из этой клетки, из замкнутого пространства, выведет в финансовую стабильность, в финансовую стабильность, расцвет. Свадьба, да, то есть расцвет, вы пара, вы с кем-то пара. В течение какого срока? Вы знаете, в течение 5 дней это вообще будет развиваться с молниеносным таким, и вы, ваши внутренние страхи, вы захотите как бы уйти, начнете бороться с самим собой внутри все это, да, но все равно высшие силы решили все за вас уже. Туз Пентакли ловите, удача на вашей стороне, вы возьмете этот шанс. Какие бы страхи у вас не были внутри, вы возьмете этот шанс. И совет от карт, не закрывайтесь от этих шансов, принимайте, не ограничивайте себя, не ограничивайте себя с этими своими страхами. Вот. Не торопите события, если что-то вы не решаетесь, подумайте. Не торопитесь отказываться от каких-то предложений. Подумайте. Попланируйте, помечтайте, подумайте, как это, просчитайте, как это будет. И вот увидите, это ваша удача, это ваш шанс. Это ваша свадьба, это ваш расцвет, это ваша пара, это ваша судьба. И вы значимая, это ваш верный выбор будет. Да, это даст вам много энергии. Не оглядывайтесь на прошлое. Не оглядывайтесь, не ограничивайте себя. Очень много энергии и ресурсов будет, если вы примете верное решение. Не поддавайтесь вот тому искушению. У нас вначале был дьявол, да, то есть вот искушение как-то вернуться в прошлое, искушение пойти тем же путем. Искушение в какой-то, может быть, вот зацикленность, может быть, на материальном у кого-то еще такое проиграется. Не зацикливайтесь на себе, на этом материальном. Все-таки проставьте приоритеты на то, что принесет вашей душе процветание и счастье. Немножко еще об этом подумайте, потому что для вас это кармический урок и испытание материально. Это тоже такое вот, когда проиграется, и достигнуть гармонии в себе. Это вот вы будете, знаете, как между светом и тьмой. Как между светом и тьмой. И что вы выберете? Яра и ад. Что откроешь ты, зависит от тебя. Вот так и вы, что если вы сильно уйдете в материальное, то рано или поздно вот это искушение, вот это вы впадете в зависимость от этого материального, и ваша душа, она как бы истощится, и вот это уже будет такая, это будет уже проигрыш. А если вы выберете все-таки не только материальное, да, а то, что еще и по душе, то это вас сделает значимой, даст вам больше энергии и больше удачи, и выше силы дадут больше, чем вы даже думаете. Это также касается, если кто-то стоит в личной жизни между тем, что выбрать, что вот мужчина богатый
И меня ждет с ним благополучие, стабильность, да. Вот я буду такая вся богатая, красивая, знаменитая, да. Но вот еще, а кто-то все-таки вот выбирает между, чтобы по душе, да, любовь или деньги, деньги или любовь, да. Но смотрите, это ваш выбор. Ну, рано или поздно все-таки выбирайте любовь, потому что рано или поздно деньги сегодня есть, завтра нет, но если выбор ваш был не по душе, не по сердцу, это вас истощит, это искушение по дьяволу. Выбирайте пару себе по душе, по сердцу. Это приведет вас к большим шансам, даст больше шансов. Настоящая любовь вас приведет к большему счастью. Да, слушайте свое сердечко, свою интуицию. Да. Шаг за шагом вы поймете, шаг за шагом вы вместе достигнете этого благополучия. В паре вы достигнете благополучия и просвета. Сделайте выбор в пользу любви. Не торопитесь, если вы сейчас торопитесь, не торопитесь. Не торопитесь, подумайте. Да, выберите любовь, и вы будете любимой женщиной всю жизнь. И будет вам тогда настоящая любовь и удача, и счастье, и настоящий мужчина по судьбе придачу. Это сначала дьявол вышел, это искушение. Вас будут искушать. Но вы мудрая, вы могиня, вы берете бразды правления в свои руки, берете ответственность за свою судьбу в свои руки и выбираете то, что вам по сердцу. Да, и ваши мечты тогда все исполнятся. Мечтайте, планируйте, верьте в себя. Вы звезда, вы открываете в себе эту могиню, открываете в себе интуицию. И все, что вот это должно пройти по искушению, да, все вот эти вот события, это чтобы сделать вас сильнее, чтобы сделать вас звездной такой ведьмочкой. Это так, это так. Спросим, это так. Внутри ваши ограничения, вы сами в себя не верите. А если поверите? А если поверите, вот вам мужчина по судьбе. Выбирайте все время как-то берете шансы больше на материальные, да? Больше на материальные. Кто-то не смотрит, выбирайте материальные. Ну, кто-то все равно оглядывается на прошлое. Но это ваш выбор. В любом случае, ваш выбор вам выбирать. Так, а что будет, если... Ну, понятно, вы привыкли к определенному порядку. Да, в нашей жизни важна стабильность, порядок. Понятно, куда идти. Вы четко привыкли, что вот ориентир, да, и вот я знаю, куда идти. Должен быть четкий порядок. Выбирайте союз и партнерство. Ну, будет разрешение ситуации, будет разрешение ситуации. Да, колесо фортуны, вот по другой колоде будет прибыль. Все-таки о деньгах меня больше здесь смотрят. Будет прибыль, будет, не переживайте. Будет и мужчина богатый, пентакливый, будет земной. То, к чему вы привыкли. Все равно завершение старого будет. Будет завершение старого. У кого-то мужчина помоложе, кстати. Вас это смущает очень сильно. Не бойтесь. Не бойтесь этих перемен, не бойтесь этих возможностей. В течение 5 дней опять выходит, как-то вот это все будет развиваться, будут знаки, будет завершение ситуации какой-то, достигнете вы своей цели. Кто меня смотрит, какие-то вопросы сейчас задаю, если будет исполнение желаний, все желания исполнятся. Кто мечтает такое о ресурсном мужчине, свадьба, исполнение желаний. Да, вы выходите из этих ограничений, разрешения. У кого-то были очень сильные материальные проблемы, и вы решаете их, не переживайте. Да, в паре верный выбор, пара, да. Вы решите свои проблемы, решите. У вас все в ваших руках, вы в своей силе. Да будет так, принимайте. Пока-пока.